Все повороты знаешь. Эх, сколько я по ним хаживал. Эти тропы прокладывал еще дед мой, а до него прадед. А пойдем-ка со мной в обход, я тебе все расскажу. Было то в году 1663 от Рождества Христова. При царе Алексее Михайловиче. В ту пору государство российское возрождалось после смутных времен, границы укрепляло, владения восстанавливало. А земли наши располагались аккурат на краю дикого поля. Пустыми здешние места были, ничейными не было. С юга до востока сюда кочевники захаживали, грабежи, разбой учиняли. Вот и стал царь думать, как от ворога Русь защитить. Велел он тогда строить симбирскую засечную черту до крепости, да указ выпустил. Мая в третий день по памяти с приказу Большого дворца послать Соломосскую черту на реку Пензу Юрия Катранского. И отправился Юрий Ермолаевич на место устроения нового города с сотней казаков, да взяв с собой 100 сабель в ножны. Стали Кремль деревянный строить. Построен. И дал указ великий государь Алексей Михайлович взять с казанского приказу в приказ Большого дворца 5 кинтиков розных цветов, а те кинтики послать в Пензу Юрию Катранскому на знамена. Thank you.
Снежочкина.
когда вернешься ты домой, и горьки мне горьки твои упреки, горячий мой упрямый честно несли, хлеб растили, хозяйство вели. А когда заканчивались все работы в поле, собирался народ на посиделки да гулянье. Приходили за кольцу красные девицы и добрые молодцы. Хороводы поводить, песни попеть, себя показать, да на других посмотреть. Yeah.
дощечку, лежала дощечечка. Как по этой подощечечке никто не проживал. Как по этой подощечечке никто не проживал. Куда трешок подошел, да и надежды. Я не буду газать, сропе.
Я не украшу.
Слава их доблести, слава их смелости понеслась тогда по всему миру. Недаром ведь говорят, границы государства российского проходят по острию казачьих сабель.
армии герой, понятно, без подсказки. А если нет, совет такой, перечитайте сказки. Кто сварил из топора, чертей не раз морочил, такого жару им давал. Проверьте, кто захочет раз-два. Раз-два! Удалая голова. Раз-два! Раз-два! Испугаешь черта с два. Раз-два! Раз-два! Погибал боим сто крат. Сердца течат, понятно, без подсказок. А если нет, совет простой, перечитайте сказки. Рыдали ночи напролет влюбленные царевны. А он, спасибо за почет, не место ждет деревни. Понятно, без подсказки. Зато народом наречен героем русской сказки. Он крепче всех построит дом и землю лучших скажет. А если вступит в бой с врагом, то бой тут будет страшен. Солдат! Удар!
Oh, God.
Поутру вышли жители на крепостную стену и явили вражескому войску икону Казанской Божьей Матери. И случилось чудо великое. Отвернулась Богородица от врага и бежал тот от стен крепости. Стоит тот город на холме, на реках, Пензе.